дома с детства не любила шить. Для нее швейная машинка – сложная конструкция. Но в условиях пандемии навыки удалось приобрести очень быстро. В момент, когда мне нужно было выйти в магазин, я понимала, что небезопасно идти просто так. Перчатки-то есть, а чем же мне прикрыть лицо? В аптеках масок нету, ничего нету. И я решила попробовать для себя сшить маску. Мне понравилось, у меня получилось. Я сшила маску сестре, я сшила маску маме, я сшила маску бабушке, дедушке. Попросила подругу ей сшить маску, коллегам на работу сюда тоже шила. То есть как-то так это пошло. Чтобы шить одну маску, вам понадобится лоскут хлопчатобумажной ткани, ножницы, нитки, пару булавок, выкройка и мелок. На создание одной маски, первой маски, у меня ушло часа полтора-два. Потому что надо было понять, как это делать. Сейчас это делаю где-то минут за 15. 15 минут и маска готова. Тамара призналась, что все запасы ткани почти израсходовала. Маски шьет не только для родных и близких. Ее изделия носят коллеги, соседи и просто знакомые люди. Это небольшой, но весомый вклад в борьбу с COVID-19. Кстати, маска многоразовая, легко стирается и хорошо защищает. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».